Будем с тобой сейчас в гамаке лежать. Книжку читать. Делай нам релакс-зону. Сейчас, подождите, сейчас я вам сделаю, будет красота. Сейчас, говорит, я вам сделаю, будет красота. Сегодня прохладненько у нас на улице. Зеркала у Герд грязные, какие капец. Ты что зеркала не моешь? Только пачкаешь. Ты не моешь зеркала? Так, наблюдаешь, да, чтобы он все правильно повесил? Веревочку дай. На тебе веревочку. Пакетик нужен, да? Точно не веревочка? Капетик дай, скажи. Веревочка тебе помогатор. Не надо. Пакетик, ну на пакетик. Что с ним будешь делать? Ветерочек, так ветер так утихает. Смешно и любопытно. Так, давай, я доделать буду. Ты такая слинявая. Думал, мы к тебе с едой пришли, а мы тут развлекаться пришли, да? А ты думала, что с едой? Шутит мамаша, изволите. А ты думала, что с едой? Тёлка моя. Вот, получилось. Знаешь, штука. Класс. Кошка. Гамачок. Мы придумали, как у тебя тут проводить побольше времени. Скинул. И прилег. Я надеюсь, если это не будет вирусным видео, как я падаю. Как человек ушел с гамака. В песочницу. Гердусь, иди к папе. Смотри, он там что-то придумал. Смотри, скорей. Скорее смотри. Привет, кошатина. Ого, скажи, вот это да. Прикольненько у вас тут, да? Стоял, а тут раз и рядом. Класс, да? А, удобно. Иди, целовайся. Надо пониже сделать. Пониже, да он опустится, мне кажется. Гердусик. Чувствуйте, гепардусик. Как удобненько. Юрочка. Высоковато. Сейчас пониже сделаем. Иди. Морда так сложила. Давай. Иди. Иди к папе, иди. А ты руку поднимай выше, чтобы ей тянуться было сложнее. Чтобы я она... это и делаю. Она начала мне коленку лизать. Я руки вернул на место. Вот рука. Давай. Кто там? Присела. Гердусь. Прикольная штука, это скажи, ваш гамачок. Садится в гамак. О, прикольно-ка. Вот. Вот аккуратно. Не думала, что это такая сложная штука. Гердусина. Классно придумали мы. Кошка-гепардюшка. Мне прям очень нравится. По-моему, это отличная идея. Я тебе сейчас научу, как ложиться в гамак. Смотри. Встань так, чтобы гамак был между ног. Вставай. Сделай так, чтобы гамак был между ног. И встань на землю. Спокойно. Встала. Теперь садись на него.
Клади спину. Ой. И потихоньку по одной закидывай ноги. Все, странная, это очень просто. Странная штуковина. Ну, уже шапито устраивать не приходится. Классная идея. Пускай здесь будет гамак. Да, и он на крючочках, то есть его можно на ночь снимать, чтобы дождем не палило. Идем быстренько опять же на крючочки вешать. Ложка.